Анонс и точная дата выхода 17 и 18 серии нового сериала «Водная полиция». 17 и 18 серии сериала выйдут на СТБ 27 апреля. Ранее мы увидели, как на берегу реки обнаружили тело Екатерины Орленко. Все указывает на несчастный случай. Женщина напилась алкоголя и утонула. Но эксперты устанавливают, что Орленко была беременной, имела аллергию на алкоголь и погибла совсем в другом месте. Это убийство под подозрением женатый любовник Орленко Михаил Воскобоев, которому женщина сообщила о беременности, и криминальный авторитет Арсен, на которого Орленко переписала свою фирму. Чиновник Киевской городской администрации Евгений Кучеренко пойманы на взятке. Внезапно исчезает до день до суда. Мужчину подозревают в побеге, но вскоре в водохранилище находят его труп со следами насильственной смерти. Почему лжет свидетель и какую тайну унес с собой покойник? Это мы узнаем уже в новых сериях сериала, которые выйдут на канале СТБ 27 апреля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.